Ну давайте-ка рассчитаемся. Сколько осталось не спящих? Пиздатый был, блять, хочу сказать, онлайн. И все почему? Все потому, что, блять, я был голый. А сейчас, походу, что-то дерьмово с интернетом у меня. А раз онлайн нихуя не поднимается. Очень-очень странно. Такой онлайн. Не-не-не-не-не. Что-то говняно. У меня такие онлайны, блядь, только в 4 часа утра. Наверное, блядь, народ не ожидал, что я так быстро приеду домой. Я же всем сказал, что я буду через час. А тут оп-оп. И нихуя. Я приехал за 20 минут. Бля, вы что там, охуели, что ли? Вы где, блядь? Наркоманы ебаные. Ну подождем, подождем. Наверное, никто не может просесть, что за, блядь, странное название такое. Что за длинное непонятное название блога. Блядь, вы что там? А, я просто одет, да. Просто надо раздеться уже. Ладно, хуйня, я еще могу подождать. Дневник Хача. Не, Дневник Хача это, блядь, название просто такое. А я так решил, я буду каждый день подготовки вести в Перископе для того, чтобы, блядь, ну, можно было понимать, что когда, и конкурсы буду устраивать, короче. Типа, в такой-то части, что я обсуждал. Хуяк, и кто первый написал, блядь, ответ, тот получил протеин, блядь. Ну, какая-нибудь такая хуйня. Так, короче, походу... Да как я не веду свой блог, у меня канал на YouTube. Так, короче, походу, пора снимать футболку, а то что-то не канает, блядь, онлайн. Сейчас ждем паузу. Валере надо раздеться, блядь. У Валеры не растет онлайн. Раздевайся, Валера, блядь. Давай, Валера, мы в тебя верим. Давай, скорей. Покажи сиськи. Валера, покажи сиськи. Где твои сиськи, Валера? Давай, скорее. Валера, давай, онлайн, пойдем. Нужно срочно показать сиськи. Давай. Быстрее расти онлайн. Онлайн расти, я голый. Давай скорей. Ну давай же. Давай на главную страничку, я прошу тебя. Да ну нахуй всю жизнь. О, вот другое дело. Я же говорю, пошел онлайн. Ха-ха-ха, блядь. Это пипец просто. Это ржака. Как такое возможно? Почему, когда я раздеваюсь онлайн, просто ебически становится, блядь. Стоит мне одеть футболку, блядь, никого нету. Стоит мне, блядь, футболку снять, блядь, в онлайне, просто нахуй сотни человек валят. Это пиздец в натураху. Ты чувствуешь, блядь, интригу? Ладно, сейчас посмотрим, сколько нас рассчитается любителей обнаженного качковского тела, короче. И начнем обсуждение, как я докатился до такой жизни, будучи голым, блядь. Ну, что вам сказать, ребята? Это вы удачно заглянули. Вы заглянули на мою первую серию моего блога, блядь. Блога моей подготовки. Мастер, свой мастер, натураху, скринь этот пиздец. Скринь этот пиздец, короче. В общем, вы заглянули на первую серию, короче, моего блога. Подготовки к Арнольд Классику. Вот. До Арнольд Классика осталось... чуть меньше 3 месяцев, короче. Вот, значит, что я уже сел на диету, короче. Кушать, блядь, очень хочется. Кушать просто пиздец, как хочется. Мастер, натураху, скринь, это еще не все, походу, это еще не топ. Если я сейчас сниму штаны, я думаю, здесь будет 3 косаря, блядь, человек. Все хотят смотреть на голову Валерона, блядь. Валерон, ты голый? Нет, я еще не голый. Ну ладно, тогда 2,5 косаря подписчиков, блядь, уже будет в онлайне. Короче, рассказываю дальше. Сижу на диете, 4-й день. Нормалек так заходит, заебись. Сладкого пока не хочется. Жирного пока не хочется. Да, собственно, нормально. Но это все почему? Потому что я, в принципе, уже год... как приучил себя к тому, чтобы не закидывать всякого лишнего в себя говна. То есть жареного я не ел очень давно. Что еще сказать? Сладкое я и так без того очень редко ем. Вот, поэтому, в принципе, мне и так норм. Ребят, все, кто сейчас, и девчата, все, кто сейчас зашел, не забудьте, короче, подписаться на мою страницу, потому что я теперь буду в онлайн выходить каждую ночь.
и отчитываться, блядь, о проделанной работе. Дневника качка. Ну вот. Собственно, первый старт Арнольд Классик, как я и озвучивал, будет он, если я не ошибаюсь, в Мадриде, в Испании. Вот. На данный момент вес чуть меньше 120 килограмм. Вот. В принципе, это довольно-таки хорошая отметка. Как вы видите, я довольно-таки жесткий, довольно-таки плотный. Поэтому вряд ли уходить будет колоссально много лишнего веса. Вот, так что я надеюсь подойти в хорошей кондиции. Вот, что касается того, кто там будет в качестве... А сообщений нет, потому что очень много подписчиков в онлайне. Когда такой онлайн, писать люди не могут. Могут писать только те, кто первый зашел. Вот. Натураху, ты там не забудь заскринить наш рекорд, окей? Что касается соперников, понятия не имею, кто там будет. Из России будет, я знаю, Крылов, я знаю, будет Леонов. Больше я не в курсе, кто будет из соперников. Остальное, вероятно, будут арабы и еще какие-нибудь иностранцы. Вот. Ну, если честно, это меня не особо интересует. В принципе, главная задача, которая была поставлена, это сделать максимальный пик формы того, что я могу из себя выжать. Ну, собственно, для вас, мои зайки, я и поработаю, чтобы сделать этот пик формы, чтобы когда Валерон выступал в Мадриде, вы могли с гордостью сказать: мы знаем этого чувака, мы заглядывали к нему в перископ и смотрели его отчеты. Хотите, я вам сейчас покажу, короче, что я буду жрать? Я вам не показывал, что я буду жрать, а я вам сейчас покажу. Смотрите, у меня здесь какой ништяк. Это, короче, мой рис. А это, короче, рыбка. Это у меня треска, запеченная в духовке. Но без лишнего, естественно, говна. Здесь помидорки, лук, треска. И все, это все в собственном соку запекается. Да, вот так вот, короче. Ну и все. И здесь сейчас у меня еще брокколи тушеные. Ну как, они тушатся на воде, все довольно-таки просто, ничего хитрого, опять же, никакого масла, ничего такого лишнего, вот. Ну и сейчас вот я еще чаек налью себе. Чай обычный, черный, без излишеств, короче, всяких нехороших тоже. Сахара нет, но пока что сахар зам я ем, вот. Бля, даже не знаю, что вам рассказать. А, знаете, короче, что сегодня? Сегодня гулять с дочкой я ходил. Пошли мы с дочкой гулять. Решили, короче, зайти в детский магазин с ней вдвоем. Вот. Нет, скорее дядя Сережа, мой фанат, чувак, тут ты что-то попутал. Вот. Решил зайти с дочкой в магазин, в детский. Говорю: доча, пойдем. Ну, у нее зонтик сломался. Говорю: пойдем зонтик купим. Она говорит: пойдем, пап. Ну, если кто не в курсе, у меня дочки 4 с небольшим годика. Сейчас скажу даже. 4 годика, 4 месяца. Вот. Ну и, короче, пока шли в магазин, я говорю: доча, а ты запомнил, на каких соревнованиях, говорю, папа будет выступать? Она говорит: пап, ну расскажи. Я говорю: ну вот, и перечисляю ей турниры Арнольд Классик, потом говорю: Прага Про, там все дела. Вот, короче. Говорю: ну скажи мне, доча, что ты думаешь сама? Папа, говорю, победит. И дочь такая, ответ такой был интересный: ну, пока не знаю, пап, не знаю, посмотрим, говорит, пока. Я говорю: не, ну понятно, что пока, говорю, ты не знаешь, пока непонятно. Ну вот. Она, короче, говорит: ну, я думаю, что ты выиграешь, короче. Ну вот. Ну, короче, что я хочу вам сказать, братва. После, блядь, того, когда мне дочка сказала, что она думает, что я выиграю, я думаю, что, блядь, надо, значит, это сделать просто, и все. В принципе, блядь, путь проделан большой, работы сделано очень много, перепахано, блядь, огромное количество железа, проведено огромное количество часов в тренажерном зале, вот. Собственно, заброшено все, что только можно было забросить. Вот, кроме, короче, железа. Поэтому я думаю, что
как бы, блядь, все должно получиться как надо. Ну вот, что касается диеты, пока что заходит легко. То есть, блядь, по самочувствию, блядь, такое ощущение, что я на диету и не садился. Ну вот. Да, кстати, давайте я вам покажу, как выглядит размер порции, чтобы вы... И что вы едите больше. Вот так вот выглядит тарелка, короче, сейчас у меня. Да. Ну, сколько здесь? Я не знаю, здесь где-то... Я знаю точно, что здесь 300 грамм рыбы. А сколько у меня здесь риса? Да хуй его знает, сколько у меня здесь риса. Я думаю, что грамм 150, наверное, он просто разварился. Ну, вот. Ну, в принципе, я думаю, что я неплохую идею придумал в плане названия своего, короче, блога в Перископе. Поэтому каждый день теперь я буду эти серии нумеровать. Я думаю, что удалять я ничего не буду. Ну, соответственно, на основании того, какая серия и про что я рассказываю, я буду потом делать розыгрыши. Так что, кто будет внимательно смотреть, заглядывать и держаться в онлайне, может быть, даже какую-нибудь халяву сможет выиграть. Как-то так. Ну, теперь, собственно, можете спрашивать, что вы хотели спросить. Ибо онлайн упал. Кто хотел, посмотрел. Все разбежались. Ждем основу. Ёб твою мать, я же только что сказал, что я с дочкой сегодня ходил гулять. И после этого задается вопрос, у тебя есть дети? Отличный вопрос, внимательно слушал. Продолжаем. Следующий оригинальный вопрос будет, что ты сейчас жрешь? После того, когда я показал свою тарелку и рассказал, что я ем, да? Это тоже будет очень оригинально. Я думаю, что если кто-то только что зашел, то он облажался, потому что я уже 15 минут вещаю. Но я, в принципе, не думаю. Мне не надо думать. У меня голова, чтобы есть, я в нее ем. А если я не отвечаю на какой-то вопрос, это значит, что я посчитал, что он тупой. Есть еще такой вариант. Так что по три раза можно одно и то же не писать. Я не просто так игнорирую. Натураху, а ты куда пропал? Да, еще я красивый. Блядь, где вы все, ебаные в рот? Чего молчите? Ну, вы даете. Странная хуйня происходит сегодня. Где все? Что за пиздец? Наверное, надо перезайти. У меня обычная двухместная. Или ты думаешь, что у меня как у Мишки в сказке? Можно, конечно. Если с утра тяжесть в животе, значит, тебе это просто не очень подходит. Чат лагает. Мне тут ВКонтакте написали, что у меня чат лагает. Почему он лагает? Вот вопрос. Очень-очень странно. Я сейчас, короче, ребят, перезайду. А то что-то никто не может писать, кроме вас двоих.